Здравствуйте, дорогие друзья! Всем здравия в это беспокойное время! Всем мира, шалома Божьего вашим сердцам, вашим домам, вашим семьям! Пусть будет обстановка мира не только в вашем сердце, но в атмосфере дома. Я думаю, это весьма актуально, потому как ситуации, которые были предложены обществом и обществу, они что-то вскрывали. Они поднимали те зоны, которые были слабыми. И с одной стороны, можно на этом разойтись в разные стороны, а можно через это усилиться. Потому что тогда, когда мы умеем минусы превращать в плюсы, то через это становится слабое сильным. А затем усиливать это уже друг в друге. Не слабость усилить друг в друге, а измененную природу как плюс усилить друг в друге. Вот это то, что сделает отличительными дома, наполненные смыслами неба, где Господь руководит и сердцем, и настроениями, помогает исправлять ошибки прошлого, работать над характером. Конечно, работаем мы, но Господь дает нам и направление, дает нам силы, дает понимание, что в доме Отца мы дети, и мы не делаем что-либо, не трудимся для того, чтобы стать Его ребенком, а мы делаем из того, что мы уже Его дитя, и нам важно быть соответствующими образу нашего Отца. Поэтому-то мы с вами и проникаем в Божье Слово, потому что оно, входя в нас, делает то, ради чего посылается. Потому что Божье Слово тщетным к нему не вернется. Оно сделает работу в нас и придет к нему с плодом. И поэтому когда-то Иов записал все эти слова для нас с вами, чтобы мы сейчас могли прочитывать его чаяния, его состояние души, которые для него были так непросты. И поэтому сегодня мы, по крайней мере, в моем сердце есть огромная благодарность Богу за Иова и самому Иову, что он был честен в том, чтобы написать то, что он написал, и передать нам то послание, которое нас сегодня формирует, которое нас сегодня направляет, корректирует и, если надо, вдохновляет и дает нам направление к жизни. Итак, мы с вами с 7 стиха продолжим читать дальше, сначала с синодального перевода, а потом со смыслового. «До чего не хотела коснуться душа моя, то составляет отвратительную пищу мою. О, когда бы сбылось желание мое, и чаяние мое исполнил Бог». То есть, другими словами, Иов говорит: я никогда не собирался есть то, что я ем. Это и в физическом мире, вероятно, что-то он мог есть, а что-то не мог уже по физическому состоянию. Но это и в отношениях душевной пищи, и духовных контактов. То есть то, чего он вообще не думал в эту сторону смотреть, ему приходится с этим разбираться. Ему приходится выслушивать в свой адрес какие-то соображения других людей. Ему надо теперь разобраться с теми страхами, которые в нем поднялись. Ведь знаете, человек, который знает, что он чего-то боится, как он защищает себя? Он не идет в эту зону страха. Например, боится ездить на лифте, пойдет пешком, не сядет, не будет заходить в лифт. То же самое люди, которые боятся перелетов, самолетов. Не идут туда, а едут либо на машине, либо на поезде, но только не на самолете. Потому что охраняют эту зону. Зону страха охраняют. Посмотрите, как это получается. Казалось бы, почему и зачем? Если ты что-то охраняешь, то это остается с тобой. Но если ты преодолеваешь эту зону и переступаешь, а каким образом? Потому что ты начинаешь доверять Богу. Господи, я доверяю тебе свою будущность, я доверяю тебе свою жизнь. И страх, который мне сейчас диктует поведение, и я подчиняюсь, я сейчас говорю: страх, я больше с тобой не партнерствую, потому что у меня завет с Богом. И поэтому я иду сейчас на тот же самолет, я сажусь туда и знаю, что Господь будет со мной весь этот перелет. Слава Богу, я никогда не боялась летать на самолете, поэтому я сейчас говорю не о себе, но я просто хочу сказать о том, что я слышу и помогаю людям избавляться от подобного рода страхов, и поэтому я хочу, чтобы вы сейчас не чувствовали себя ущербным, если какой-то вид страха в вашей жизни есть. Потому что это духовная природа, и она многолетнего опыта. И тогда, когда она пыталась завладевать людьми, и в частности мы видим, Иов не оказался исключением, потому как, с одной стороны, у него все остальные сферы были процветающими, все было хорошо, и дети уже выросли, и его имущество постоянно умножалось, и доволен он был своим жребием,
но не хотел разбираться с этой зоной. Он охранял ее, зону страха, потому что чего боялся, то пришло. И в данном случае он как раз и говорит, чего не хотела коснуться душа моя. Я не хотел с этим разбираться. Я хочу сказать, друзья мои, если есть зоны, с которыми вы не хотите разбираться, они могут закричать. Поэтому лучше это начинать делать при благоприятных условиях и дать право Богу нас туда повести или пойти вместе с нами. Поэтому то, что является сейчас, может быть, еще незаметным, оно завтра может стать кричащим, видимым и слышимым. Поэтому лучше сейчас задать Богу вопрос, где эта зона, покажи мне ее и помоги с ней разобраться. Не спрятаться от нее, а идти навстречу и разобраться. «О, когда бы сбылось желание мое и чаяние мое исполнил Бог!» Вы знаете, когда нам кажется, что Бог меня сейчас не слышит, ведь именно в эти моменты действительно кажется, что Он сейчас не слышит и отвернулся. И такие переживания в моей жизни были и неоднократно, но особенно ярко выражен один из периодов, один из сезонов жизни, когда по всем другим вопросам есть ответы, но на один вопрос, который так мне казался важен в этот момент, и причем мне хотелось, чтобы решение пришло прямо сейчас, потому что это было несправедливо, потому что казалось, что все действуют, как будто не замечают эту несправедливость, хотя это на глазах у всех происходит. И вот тогда, когда ты начинаешь взвешивать равнодушие тех людей, от которых зависит сейчас и твоя позиция, твой выбор, или даже не выбор, а твое положение и твоя реализация, вот это бывает очень непросто. И казалось бы, Господь, ну разве не ты призываешь, разве не ты даешь сейчас этот жребий, почему же он не обеспечивается? И вот в этом смысле вопросы, которые возникали в ваших сердцах, в моем сердце, кажется, что Бог не слышит. И здесь мы читаем подобное состояние у Иова. «И когда бы сбылось желание мое и чаяние мое исполнил Бог». То есть, когда же это будет? Господи, когда ты это сделаешь? А если мы посмотрим уже не синодальный, а смысловой перевод. «Те страхи, которые тайно сидели в моей душе, устрашая меня, теперь стали очевидными для меня». Это как раз то, о чем мы уже поговорили, исходя из прочитанного текста синодального перевода. «До чего не хотела коснуться душа моя, то составляет отвратительную пищу мою». Да, все тайные процессы внутри, они начинают постепенно доставаться, они выходят на арену, они становятся видимыми сначала для тебя самого, потом для других. И вы знаете, когда шлак начинает подниматься, как пена в бульоне, то не сразу все, а постепенно. И надо дождаться, когда все это сгруппируется и становится уже той шапкой, которую легко берешь и снимаешь. Вот то же самое делает плавильщик. Если только остановить все, процесс оседания произойдет, и значит, бесполезна была предыдущая работа. Поэтому Господь предлагает нам пройти с Ним до конца и встретиться с зонами, которые мы тщательно охраняем. Посмотри, есть ли такие зоны в твоей жизни? Есть ли такие кладовочки, куда ты никого не хочешь пустить? Я могу в коридорчик, могу, может быть, в гостиную, но не дальше. Я сейчас, конечно, не о квартире, я сейчас о сердце. Поэтому если есть зоны, куда я никого не хочу пускать, понятно, что нам не надо всех запускать в глубинные зоны своей души и личности. Но если надо решить какой-то вопрос, то его надо решать. Его нельзя оставлять так. Ему надо дать подняться, ему надо дать выйти наружу и сказать: «Господь, я хочу с этим разобраться, дай мне навстречу таких людей, кто помогут это сделать, либо дай мне твои откровения, чтобы я с ними мог работать как с инструментами твоими». И второй стих, смысловой перевод, ну в данном случае это восьмой текст. «О, если б желание мое и ожидание мое было исполнено Богом». Поэтому нам кажется, что если бы Бог сейчас, вот именно сейчас решил вопрос, все было бы отлично. И поэтому он начальник времени, но почему-то сейчас он как бы опаздывает. Что-то происходит не так, как по нашему сценарию. И поэтому хочу сказать, что у начальника времени опозданий быть не может. И я говорю это и себе, и говорю каждому из вас. Бог наш не опаздывает, не просыпает, не замедляется в своих процессах. Он просто выходит туда и тогда, где видит уже тот результат, который нельзя пропустить. И, кстати сказать, если серебро переплавляется дольше, чем надо, оно портится.
Поэтому плавильщик очень внимательно наблюдает за процессами серебра в момент плавления. И поэтому, друзья, когда мы оказываемся вот в этой переплавке, какой элемент пытается увидеть плавильщик? Что ему надо точно видеть, что процесс закончен? Когда он видит свое отражение без искажения в этом расплавленном серебре или золоте. И поэтому, когда мы оказываемся вот в этом состоянии переплавки, что поднимается внутри? Упреки, недовольство, ожесточение, либо состояние готовности идти до конца, смирение под крепкую руку Божью, сохранение мира вместо бунта. Что поднимается? Посмотрите, первое, то, что перечислила, это шлак. Это боль, это все, что накопилось. И дайте Богу его убрать. Потому что если не убрать, это постоянно, чуть-чуть дотронься, и будет пожар. Но если даешь право Богу доработать, то тогда, когда все кругом кипит, а ты можешь оставаться в покое, как Христос, в общем-то, который мог спать в лодке. Мы можем сказать, надо же, как устал, что он мог спать в лодке. А на самом деле попробуй уставший уснуть, если такая буря. То есть в любом случае внешние факторы начинают проверять то, что внутри. И если внешние они сильнее внутренних, то тогда человек не может успокоиться. Его начинает поднимать эта буря даже в уставшем состоянии. Но если внутри мир, и он сильнее, чем буря, тогда можно спать в бурю. Поэтому степень нашей веры определяется способностью бури, при которой мы можем спать. И это надо для себя как критерий проверить. Потому что на самом деле, друзья, бури проходят все. Состояние души проходит все. Такое, когда потрясается, основание проверяется, оно насколько фундаментально, насколько оно выстроено, насколько оно имеет твердые внутри себя камни и основы, чтобы выстоять как основанию всей твоей жизни. И поэтому я желаю, чтобы мы сегодня дали право Богу не торопить его и сказать: «О, если бы ты только увидел мои желания, о, если бы ты вышел мне навстречу и вывел меня из этой зоны». Да поможет нам Господь выйти оттуда с победой. Выйти не потому, что мы упросили, не потому, что мы захотели слезть с жертвенника и сказать: «Все, хватит». А ведь и таких людей бывает немало. Потому предупреждает нас Священное Писание: «Смотрите, не ожесточите сердец ваших». И вы знаете, когда проще это проходить? Когда реально понимаешь, что за тобой наблюдает не наемник, не просто какой-то господин, а за тобой наблюдает Небесный Отец. И когда ты уверен в его сердце, когда ты уверен в его любви, когда ты уверен в его чуткости, в его возможностях, тогда можешь доверять ему жизнь и без особых напряжений, что ли, давления на него, чтобы быстрее и поскорей закончить процесс переплавки. Поэтому я хочу вместе с вами, друзья, еще раз проникаться с мыслями о понимании, каков же наш Бог, какие у него намерения о нас. А где мы это узнаем? Конечно, в Божьем Слове. Потому что намерение его о нас во благо, а не на зло, чтобы дать будущности надежду. Я хочу с ним об этом сейчас поговорить, чтобы и вас включить в этот процесс молитвенного диалога с небом. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что для нас действительно это важно. Понимание того, что Твое отцовское сердце, оно взвешивает все, где мы оказываемся, все, где мы проходим что-либо. Я благодарю Тебя, что наше сейчас размышление над тем, что проходил Иов, это не абстрактные вещи, это не что-то взгляд со стороны, а это то, что является для нас важным и ценным понять. Зоны, в которых мы кричали и просили, чтобы Ты скорее вывел нас оттуда. Боже, я знаю такие зоны в своей жизни, но я благодарю Тебя, что Ты довел до конца, что Ты дал пройти, и верю, что давал выходить победителем, потому что Ты переводил от силы в силу, от веры в веру и от славы в славу. И я этого желаю каждому, кто вместе с нами сейчас на связи, чтобы не оставаться в стороне от Твоего плана, от того, что не даем сделать Твоей глубокой работы внутри нас. Но дай позволить Тебе это сделать. Господи, прошу Тебя, благо поспеши нам, в своих благословениях дай нам пережить особое, особое состояние и сердца, и души, и духа. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя, что могу сейчас с Тобой об этом говорить, открыть Тебе свое сердце, открыть Тебе свою душу, открыть народ Твой для того, чтобы слава Твоя, она пришла сейчас и действительно не просто взвесила, а нашла нас весомыми, значимыми.
способными пройти до конца. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.